Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о самых ласковых породах кошек. Все кошки, как и люди, имеют разный характер, поэтому при выборе котенка стоит изучить все особенности породы. Конечно, считается, что все кошки более ласковы, чем собаки, однако не все представители породы кошачьих готовы долго терпеть ласки от хозяина и нежиться у него на коленках. Рэгдолл – это кошки, которые красивые и внешне, и внутренне. У них потрясающе красивая шерсть и весьма добрый характер. Рэгдолл считается наиболее невозмутимой из всех пород домашних кошек. У них очень уравновешенный характер. Они готовы долго обниматься с хозяевами, даже с самыми маленькими и любвеобильными детьми. Даже если человек случайно сделает им больно, то они вряд ли вонзят в него свои когти. Из-за этого существует поверье, что рэгдоллы не испытывают боли. Но это, конечно же, неправда. Даже прародители абиссинских кошек, которые жили в Древнем Египте, отличались мягким нравом. Кошки этой породы очень нежные и привязанные к человеку создания. Во время разлуки кошки очень скучают и копят свои эмоции, чтобы выплеснуть на хозяина. Они ластятся, трутся о ноги, всем видом показывая, как сильно скучали и как сильно любят своих хозяев. Абиссинские кошки очень общительны и сопровождают хозяина повсюду, пытаясь поучаствовать в домашних делах. А от одиночества эти кошки даже болеют. Самыми ласковыми среди остальных кошек многие считают именно сибирских. Несмотря на то, что у этой породы достаточно независимый характер, это не мешает им всем сердцем привязываться к дому и хозяину. Сибирские кошки очень терпеливы и уравновешены, поэтому поладят даже с маленькими детьми, которые могут стать им друзьями. Питомец регулярно встречает членов семьи у порога и стремится проводить время в компании своей семьи. Конечно, считается, что характер кошки зависит от породы, но все же каждый питомец индивидуален. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.